Всем привет! Сегодня я расскажу о своих любимых так называемых госпел-фишках. Я очень часто использую три вариации, которые позволяют мне играть самые разнообразные госпел-сбивки. Сейчас я их покажу. Итак, первая фишка, очень простая фишка. Вот она. Как вы поняли, это просто триоль. Вот, то есть фишка в основном в аппликатуре. Можно разбрасывать как угодно по всей установке. Вот, это совершенно не имеет значения. Итак, вторая фишка. Она уже чуть-чуть поинтереснее, но фишка также лишь в аппликатуре. Ну и третья фишка, она достаточно легкая. Используя эти вариации, можно играть разнообразные взбивки по всей установке, разбрасывая их только как вам пожелается. Со временем они у вас будут автоматически вылетать. Вот. И сейчас я покажу небольшое соло с использованием этих вариаций.